Привет! А у меня тут что есть-то? Сейчас пойдем, заберем посылки и будет распаковка. Первая распаковка на моем канале. Ура! Сейчас попробуем, что из этого выйдет. Ну что, пошла я прогуляться. Я, в общем, тот тип людей, которые все ненужные вещи, которые не носил год, считаю, что они уже ненужные, и их пора выбрасывать. Поэтому сейчас вот в сбор выброшу. Все, поехали. Ой, не получилось. Получилось. Вот и все. А я тут решила, думаю, что зря идти и стоять тут гулять, когда есть возможность распечатать фоточки. Так, 20 секунд осталось. Оп, часть уже готова. И сейчас еще две. Так. Классно, обожаю такие инстаграмные фотки. Одну маме отправлю, одну себе оставлю. Ну где там еще одна партия? Оп, готово. Вот они. Какие птички. Хорошенькие. Какие шарики классные. Кстати, хоть я и приверженец эко-стиля и всего такого, и грамотного потребления, но хочу сказать, что есть моменты, когда все-таки пластиковые игрушки лучше стеклянных. И я, например, объясню, почему. Есть люди, у которых есть домашние животные, которые могут пораниться, если разобьют. И дети маленькие точно так же. Поэтому я считаю целесообразно вот пользоваться какое-то количество времени все-таки именно пластиковыми игрушками. Какие они классные! Ну классные же. Птички даже есть. Вот всегда меня мучает один вопрос. Почему я каждый раз прихожу выбрать много-много игрушек и вот теряюсь в этом безумном многообразии, и у меня не получается ничего выбрать? Вот почему так происходит? Скажите, пожалуйста, вот напишите в комментариях, у вас такое бывает? Мне всегда кажется, что я хочу все и ничего. Вот, честное слово, я еще минутку и пойду, обещаю. Еще заглянула в фикс прайс по пути. Какие хорошенькие. Ну, коробки, конечно, милейшие. Классно. А эти милашки подходят мне по стилю. Думаю, я их все-таки заберу. Ну вот и опять 25. Мне все игрушки нравятся. Вот какую себе домой принести? И кажется, крупными красиво маленькую елочку украшать. И мелкими красиво маленькую елочку украшать. Но вот как можно уйти вот и не взять ни один из этих шариков? А еще люблю сомневаться, подойдут ли они мне все по цвету. А вдруг я передумаю? А вдруг что-то не так у меня будет? А эти бархатные прямо хочется потрогать. Хотя я опять сомневаюсь. Может быть, сердечки? Вот все-таки у меня отдельная любовь на эти деревянные игрушки. Вот все хорошенькие. И лисички, и олени, и елочки. И кажется, все хочется купить, и потом у меня начинает пропадать фантазия, куда все это прикрепить. А ручонки-то все-таки тянутся. Вот как вот не забрать такое? Ой, все. Ну что, сходила и забрала посылки, плюс еще прогулялась до магазина. А их оказалось не три, а две. Первая в жизни моя распаковка на камеру. Начнем. Что там такое? Я уже, если честно, забыла, что заказывала. Просто когда делаю заказ на AliExpress, все это происходит у меня так. Выбираю, забрасываю в корзину, а потом через какое-то время еще раз смотрю,
нужно ли мне это. А потом, когда я все-таки решаю, что мне это нужно, я просто уже оплачиваю. И так как это AliExpress, хотя я, конечно, и отзывы смотрю, и вообще там как бы ожидание реальность, фотографии, да, и все равно иногда, да нет, в большинстве случаев, я, в общем, просто заплатила и забыла. Если что-то пришло, то я жутко рада. Ну что, начинаем, сейчас посмотрим, что у нас здесь. О, классно, это стемпинг. Сейчас распакую. Такой вот стемпинг. О, мягенький, какой классный. О, буду стемпинг делать. И такая лопаточка к нему. Это я для ногтей, для маникюра заказывала. Ох, вот это мне нравится. Вдружили. Пришло то, что да, миленькая. Мягенькая такая. Здорово, вот это мне нравится. Сейчас посмотрим, что еще. Тут что-то покрупнее. Что я покрупнее заказывала, если честно, не знаю. Потом еще отзыв нужно оставить. Как бы я тоже всегда отзывы оставляю, потому что они все-таки дают возможность понять, вот действительно ожидание реальность, когда ты заказываешь какую-то вещь, и потом думаешь, что там придет-то. Посылка в посылке. Ладно. А, я помню, было одно сообщение в личном кабинете, что у меня 3 заказа должно прийти в один. Может, это как раз то, о чем я думаю. Нет. Значит, тот еще идет в пути. Да, это тоже для ногтей. Я заказывала, да, для того, чтобы рисовать. Стемпинг как раз 2 цвета, белый и черный. О, здорово, значит, нужно будет попробовать. Какой хорошенький флакончик. Ну-ка, ну-ка. Почти правильно открыла. О, да. Не умею распаковывать на камеру. Но на втором, в общем, как бы... А, ну да, черным же написано. Не потрудились даже белым написать. Ну вот, 2 товарища этих. Но у меня есть неплохой стемпинг. Я думаю, нужно будет попробовать как раз, как все эти друзья будут смотреться. А еще я на днях зашла в магазин белорусской косметики. У меня вот подруга, например, она очень любит эту белорусскую косметику. Постоянно там что-то покупает. Но я как-то особнячком всегда ходила. Потому что любим всегда более известные, да, марки. Ну, в этот раз, думаю, тоже зайду, посмотрю, что там есть. И так как сейчас вот эта вот черная пятница, и какая-то она затяжная уже, наверное, неделю вся эта пятница длится бесконечно, наверное, не закончится никогда. Так вот, к чему я говорю, что сейчас очень приятные цены. Предыстория. Я когда-то давно любила пользоваться косметикой с козьим молоком. И как-то она мне нравилась и по аромату, и всегда, так как у меня кожа суховатая, что она жирненькая и ложится всегда хорошо. Ну, в общем, мы с ней дружили всегда. И в этот раз первая полка, которая попалась мне на глаза, это, конечно, была полочка с молочными, ну, вот этими продуктами, козьим молочком. Но я не смогла уйти мимо, пройти. Я вообще не смогла уйти оттуда спокойно, без покупки. Такие вот. Купила продукты. Это дневной крем для всех типов кожи, сияния. И тоник тоже самое, мягкий, мягкое тонизирование для всех типов кожи тоже. Там девочки сразу все рассказали, как нужно правильно пользоваться и так далее. В общем, на самом деле, я бы, может быть, и не стала бы ничего покупать, просто у меня закончился крем для лица, и как бы особо пока еще не придумала, какой хочу, какой фирмы и так далее. Я люблю посмотреть обзоры, как себя ведет там на той или иной коже. У меня, как повторюсь, кожа суховатая, потому что, ну, во-первых, отопление включено, а во-вторых, все-таки у меня такая кожа, что я могу сделать? И зима, и все такое. В общем, все вместе. И жирненькое я люблю. Сначала наношу на кожу тоник, им как-то все увлажняется так приятно. И сверху крем. И мне кажется, даже вот лицо... Вот сегодня, например, я даже не наносила тональный крем. Я просто тоник,
обычный крем для лица, и все, накрасила брови, ресницы пошла. Ну, и губы, конечно. Как без этого? Это моя любовь к кондукторским цветам помады. Это лучший вариант, это все, я не могу от этого избавиться. И вдохновившись видео одной моей знакомой девочки, я все-таки купила эти игрушки. Они мне очень понравились еще тогда, когда я их просто смотрела. И так как я приверженец эко-френдли, и поэтому для меня такие игрушки особенные, как все уже знают. Все, что деревянное и так далее, я просто обожаю. Мне эти игрушки остались, я их даже красить не хочу, потому что мне нравится цвет дерева, вот этот светлый оттенок. Поэтому они так и стоят у меня у елки. Но вот здесь вообще интересно. Кстати, раз уж распаковка, я думаю, в самый раз будет их и распаковать на данный момент. Сейчас распакуем. Их тут несколько штук. А, 12 штук. 12 штук, значит, по 4, по 3 штучки. Что с моей математикой? Здорово. Вот сердечко миленькое такое. Сейчас возьму и сразу же повешу на елку. Сразу же повешу на елку. Здесь я правильно сказала? О, забавно. Потом елочки. Елочки хорошенькие такие. Вот люблю деревянные. Не знаю, почему в этом году, даже, наверное, еще... Да, в этом году вот что-то какая-то безумная любовь у меня к деревянным игрушкам, к деревянным каким-то изделиям пошла. Не знаю, какой-то веяние... Пока так, да. Веяние какой-то новой моде. Угу. Звездочки. Я, кстати, сегодня еще маникюрчик сделать успела. Поэтому у меня разненькие ногти будут в начале видео и в конце. И вот как раз девочка знакомая мне посоветовала с оленем. И я все-таки взяла. Он еще тут беленьким покрашен. Такой забавный. Сейчас тоже на елку. О, ну да, понятно. А, ну да, мило, кстати. Тут их достаточно. Вообще, я думаю, те, у кого руки откуда нужно растут, они наверняка смогут там преобразить как-то все это. Я пока не знаю, у меня с фантазией не очень хорошо. Да, просто, когда не умеете украшать елку, просто позовите меня, я вам украшу. Я вот, судя по всему, просто профи в этом. Украшать елку это просто мое. Это мое. Просто не умеете украшать елку, позовите меня, я вам украшу. Вот примерно так же, как у меня. Все будут завидовать, очень красиво. Вот игрушки умею красиво развешивать. Просто могу, умею, практикую. Так вот, если честно, я даже там снежком что-то беленьким, искусственным посыпала, ну... Признаюсь, честно, я не вижу, где он там. Он, наверное, осыпался. Сегодня попробую еще разочек нанести. Может быть, все-таки повезет мне, и там будет все мило, красиво смотреться. Я надеюсь, конечно. Ну, вот такая вот у меня распаковка сегодня была. Мне очень понравились игрушки, во-первых. Я, конечно, еще дальше донаряжаю елочку, покажу, что получится. Громко смеяться не надо, сразу говорю. Это, в общем, в комментариях напишите, понравилась ли моя... Супер шикарная, красиво наряженная елка. Что бы вы хотели добавить сюда? Я просто думаю, что вечером, скорее всего, это бы смотрелось более эффектно. У меня вообще-то есть еще прищепки вот такие новогодние. Они мне вот на самом деле больше нравятся. Но их никуда не прицепить, кроме как сюда, наверное, я больше ничего не знаю. Я не умею просто цеплять ничего. Мне, признаюсь честно, очень понравились... Вот эти вещи для лака. Просто
сразу захотелось нанести стемп. Прям такие вещи интересные. Все-таки то, что я хотела, оно пришло. И посмотрим, какое будет в итоге качество. На самом деле это мне нравится. Попробую нарядить елку, посмотрю, что из этого выйдет. Ну, конечно, покажу вам. В комментариях пишите, что вам нравится из этого. Или что бы вы хотели поменять. Или, может быть, у вас есть какая-то идея. Я с удовольствием приму эту идею к сведению. Ставьте лайки этому видео, для меня это очень важно, будет очень приятно. А также не забудьте кнопочку подписаться, нажать. Вы будете мой друг в YouTube и нажмите колокольчик. Вы всегда будете в курсе, когда выходит мое новое видео. Я стараюсь выкладывать, ну, хотя бы раз в неделю. Если получается или будет получаться чуть чаще, я только за. Ну вот, собственно, и все. Пока! На данный момент у меня фантазии нет. Хотя деревянные игрушки я обожаю. Мне, в принципе, интересно, как они смотрятся. Мне кажется, они и так хороши. Но вот если бы что-то чуть-чуть подправить, я бы, в принципе, не против. Поэтому, я думаю, должно прийти вдохновение.